Национальный центр киберпространства Ирана подготовил проект предложения по регулированию цифровых валют в стране. По сведениям информационного портала CoinIdle, власти Ирана обеспокоены широким распространением криптовалют, в том числе биткоина, и планируют в течение следующих 4 месяцев принять регулятивные нормы. Комиссия по регулированию выбирала из 5 сценариев и предпочла тот, что сфокусирован на применении законного подхода для наилучшего использования цифровых валют. В настоящее время биткоин-транзакции в Иране считаются незаконными, так как не существует соответствующих регулятивных норм.